Мил, ну как тебе, Мил? Я рядом, не бойся. А? Мы тут вдвоем гулять будем. И теперь. Уля сейчас и придет. И Улю сейчас заберем, третья будет. Да, как тебе? Вы маму выпустите из вольера. Посмотри, как. Ну, как ты умеешь? Ух ты, как умеет! Как... Ай, молодец! Ай, молодец! Умничка! Как Мил умеет? Ой, иди как... Иди сюда скорее. А иди сюда скорее. Мил, Мил, иди скорее сюда. Или там удобно сидеть, все видно. И что такое? Что такое? Мил. Ягода поела? Да, таракашки они такие. Таракашки они шустрые. Ага. А ручку-то вынуть нельзя, Мил? Они шустрые, эти таракашки. Иди посмотри, мы же на горочке уже с тобой были. Я тебе показала горочку. Угу. Крепко держится, не упадешь. Да, на домике будешь сидеть? А вот сюда, иди, я тебе покажу. Иди. Иди скорее. Смотри, вот еще вот такая штучка. С тобой же, смотри. Называется качелька. Я держу, ты не упадешь. Я держу, она не качается. Ну, а ты по этим поставням. Не упади только, пожалуйста. Ну, играй, мы пошли за Улей. Давай, все, играй. Иди скорее. 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 Ой, да. Ты же моя. Умничка. На руках лучше, что ли? Да. Да, на руках с мамой лучше. Все ваши эти прибабасы, это хорошо. Но на руках оно лучше. Да? Мама, у нас появился маленький вредитель. У нас не будет малины. Маленький жучок такой появился. Ты уже съел все ягодки на ней. Да, маленький жучок. Ты маленький жучок. Да, да. Подружка дождалась? Да, он сидит. Беги к подружке. Беги к подружке. Беги. Чё-то я здесь не была, мам. Ну, ты же не была. Уля пожрать. Уля всегда пожрать. Уля все время есть. А какой песочек, смотри. Да, нам песочек привезли. Смотрите, Мил, какой смотри, классный. Смотри, какой песочек, милоша. Прям вообще. Ой, какой песочек. Смотрите. Смотрите, какой песочек. Вы мам, песочек играет мама. Сейчас так поснимаю. Все хорошо, мои красавицы? Куклы. Ульян, иди я тебе тоже покажу. Качельки какие. Да сейчас она доест банан. Она как с голодного края у нас. Да? Такая несчастная мисочка. Чего? С другой стороны поснимай. Чего ты, моя зеленая? Ты моя зеленая. Пойдешь? Иди скорее. Ты пойдешь. Вы что-то разбежались. Иди скорее. Иди, иди. Ой, ты моя маленькая. Ой, ты моя сладенькая. Так, ну бандитка пошла, все. Она пускай пойдет посмотрит. Это пойдет сейчас все проверять. Да нет, я есть пошла. Нормальненько так сделали. Нормально сделали? Одобряю. Одобряешь? Угу. Одобряю. Ну как тебе, Юль? А ты видела песочек? Ну, Уля, все поближе к еде. Пойдем посмотрим. Уля, да никто не съест твой банан на задних ногах. Смотри, какой песочек приятный. Нет, неприятный, неприятный песочек. Что, ножки попачкала? Уля! Ты зачем столько взяла еды? Посмотрите на это. Вот так выглядит маленький жадный капуцин. Уля! Я же не зря говорю, что ты все время хочешь есть у нас. Ты все время ешь. Ты что будешь? Ничего. Вон, банан. Может, ты тоже банан съешь? Возьми бананчик. Возьми. Ну, кусочек один возьми хотя бы.
Вот молодец. Ну, как вам хорошо здесь будет. Все, девчонки, играйте. Мы можем спокойно заниматься делами. А они играют, гуляют. Это на самом деле очень удобно. А главное, безопасно. Безопасно? Вот то, что я люблю, это безопасно. Сюда сейчас придет еще и солнышко во втором половине дня. Ну, так вот, прикольно. Сейчас я еще покажу, мы сделали уже тамбур, который я говорила. Вышел вот. И не боишься, что они выстрелили. Вышел, да. То есть вот здесь шпингалет. Естественно, заходя с этой стороны у нас крючок, да, чтобы эта дверь тоже с этой стороны закрылась. И там точно так же. Здесь задвижка, и там крючок. И не боишься. Улей мы с тобой. Мила. Ну что, залезла? Ты ручку-то вынимай. Так же удобно. Нет? Ну, как скажешь. Коробочку пойдешь смотреть? Она нам сядет вот сюда. Смотри, что я принесла. Люш. Смотри, что принесла. Милаш, иди сюда. Ульяна. Ульян. Ульяна. Мила, иди сюда. Уля, на. Давай скорее, скорее, скорее. Давай скорее. Песочек. А, ты по бортику, да? На. Где же ягодку? Угу. Где там Улька-шпулька? Уля, иди сюда. Уль, иди сюда. Иди ягодку. Иди ягодку дам. Держи скорее. Ульян, иди сюда скорей. Иди ягодку дам. Ты еще милаша все съест ягодки. У нас поспела жимолость. Иди скорей, Уль. На. Уля, давай скорей. Шлапопа, давай скорей. Иди ягодки, на. Тоже строит. Глазки лошадям. Ну, красотка, красотка, иди сюда. Так, точно с малиной не будет. У нас есть два жучка, которые обдирают ее. Держи. Держи. Взяла? Ты уронила, возьми. Потом пусть мама не спрашивает, почему у нас в этом году нет малины. Вот поэтому. Уля, иди скорей. Уль, на ягодки синенькие, ты же любишь. Хорошая корова у меня. Хорошая? Какая у тебя коровушка красивая. Ты прям зашла, да, корова, Мил? Да, да. А ты куда? М? Маму увидели, что ли? Маму увидели? Маму? Да? Маму увидели?
Тебе, Андрей, слышишь? Ой, мои сёмечки. Все равно уронила, мило. Все, ладно. Так старательно заползла. Да вынь ты ручку. Иди, иди ко мне. Кто идет ко мне? Да, на клубничку. Держи. Все, песочек сегодня приедет. Насыпем песочек, держи. На, скорей. На. Да, да, да. Ты моя красотка. Это на лошадям глазки строит, пока мама пошла за его, этой, за Улькой. Ты же моя красотка. Любитель клубники. Красота какая. Портрет прям мило сделаю. Держи еще ягодку. Держи. Еще одну. Угу. Да птички полетели. Птички. Да, да. Ай, как, да. Ты моя золотая девочка. Красивая какая девочка. Ай, какая красивая девочка. Ты Мироша там, да, Мироша. Да? Куда побежишь сейчас? По каким делам пойдешь? В машине уже была? Или не лазила еще в машинку? Лазила? Лазила. Что там? Куда пойдешь?